А бабушка плачет вторую неделю. До дачи доехать не может. И лишь неизвестный мастер Иван с ремонтом, конечно, поможет. Починит ей велик. Поставит корзинку, в корзинку поставит бутылку. И вот уже бабушка с дедушкой вместе на речку поедут в обнимку. И захотела у нас бабушка вот такую вот модную мериду, чтобы у нее стояла корзинка. Поменяли мы ей новые колесики, потому что старые никто не обслуживал в течение 10 лет. И шимановские втулочки умерли совсем. А так все хорошо, то есть трансмиссия даже не изношена. Вот этой трансмиссии больше 10 лет. Рама вообще ничего не висит. Офигенная, очень легкая такая. Называется Urban 6,5. И вот бабушка будет гонять, рассекать на даче. В магазин, на речку, в лес за грибами, она сказала. Ей нужен очень легкий горный велосипед обязательно, с пружинной вилкой. Все работает, поставили наши фирменные мягкие грипсы, которых в магазинах не продают, только у нас. Единственное, что ручка нифига не работает, работает только 4 скорости. Я думаю, что бабушке как раз 4 скорости, как в детстве, на старшесе практически она будет рассекать. Так что все, звоним, отдаем велосипед.